Всем привет! Если вы попали на этот ролик, значит где-то тут, вот совсем недавно, может вчера, может позавчера, у меня на канале появилось новое видео с обзором, первыми впечатлениями, распаковкой моих маленьких обновочек от Фоколюра. Даже с Фоколюром не хочу рядом ставить, но придется. Так, тут что нам обещают? Так, здесь будут всякие когти-штучки. Да-да-да, я решила свою немаленькую коллекцию обновить. Поройтесь у меня на канале, есть у меня там всякое такое для ногтей. Целую коробку я перебираю слайдеров. Здесь не все мне, кое-что я купила в подарок подруге-мастеру маникюра, буду ей дарить. Но, если честно, я пока не знаю, что я ей купила, а что себе. Долго-долго не покупала, напала на магазинчик, где мне понравился ассортимент и цены, и вот. Так, что мы имеем с гуся? Так, это аккуратненько же можно достать? Вот, это я помню, как я сидела, выбирала. Шло долговато, но цена небольшая. Смотрите, какие штучки, листики блестящие. Под гель-лак такие закатать. Вообще здорово. Кленовые листики двух цветов. Здесь по рыжее, здесь по так вот более такое желтое золото. Вот они. Так, это раз. Еще всякие блестяшечки такого полупрозрачного вида с эффектом битого стекла. И кусочки, и звездочки, и какие-то вытянутые листики, и точечки разных размеров. Чего только тут нету. В общем, это, скорее всего, я подарю, потому как, ну, у меня столько ногтей нет, чтобы я это все когда-нибудь использовала. А вот к слайдерам для ногтей я отношусь практически как коллекционер. Поэтому аккуратненько откроем, посмотрим. Вот, если есть повторы, я повторы ей отложу. А если не будет повторов, то я впаду прям вот в какое-то расстройство с мыслями, ну, как же так-то. Я старалась выбирать такие носибельные дизайны. И вы знаете, опытным путем я уже, кажется, вижу подложку. Не буду ничего гарантировать, но я ее вижу. Так, стоп. Опять я выпала из кадра, прошу прощения. Сейчас как пасьянс будем раскладывать. Потом собирать. Так, повторов пока вроде не видно. Вот это вот похожее, согласитесь? Ой, куда это я опять вылезла? Но они похожи по исполнению, по дизайну, но не один в один. И вот еще три штучки. Я их сюда положу с краешку. Так, это мы пока уберем. Так. Purple Mix. Посмотрим, будет ли повторяться. Так, вроде не повторяется, не повторяется, не повторяется. Ух ты! Слушайте, красота какая, на черный лак обязательно попробую. А может быть, это только на белой подложке будет работать. Вот как таких слайдеров по чуть-чуть всегда охватывает сомнение. А вдруг вот ты возьмешь, запоришь слайдер? И мне их, правда, становится жалко. И мне это очень часто отворачивает от того, чтобы взять и использовать. Вот это вот на какой-нибудь светлой подложке будет очень элегантно смотреться. И вполне в деловой стиль даже впишется. Это под летнее какое-нибудь платье надо в ближайшее время срочно использовать.
Ай. Так, это вот похоже на букеты из предыдущего набора. Но вот тоже не один в один. Один в один такого же я не вижу. Ой, ракушечки какие. Какие ракушечки, морские коньки. Слушайте, я это отложу. Я это прям хочу в ближайшее время. Кувшиночки какие классные. Класс, да? Так, тут похоже. Вот такой один цветок, например, вырезать и сделать акцентом на один пальчик на руке. Там просто вот... Даже вот те, кто не любит какой-то липоватый маникюр, еще что-то, будет им классно. Вот это тоже будет очень элегантно смотреться. Представляете, какой-нибудь цветопыльный розовый маникюр и вот на одном ноготочке вот такой букетик черно-белый. Так. Ну, давайте еще быстренько пролистаем. Ой. Тут пролистывать особо нечего. Тут... Ай, ну, куда ты застрял? Это к следующей осени, к следующему Хэллоуину я решила запас обновить. Тыквы. Не знаю, будет ли повод куда-нибудь на следующий Хэллоуин пойти на тематическую вечеринку. Не будет, но слайдеры у меня уже есть. Ух ты! Тут такие прям волшебные мотивчики. Прям за стемпинг сойдет. Это вот как раз я заказывала для себя. Потому что стемпинг пробовала освоить. Узнала о нем уже, ну, наверное, пятилетку назад. Покупала пластины. Покупала разные вот штампики. Но, видимо, мало тренировалась, все время как-то времени не хватало. Такая абстракция, слушайте, тоже прям то, что надо. Так, тут как бы не на белой подложке это все, на белый цвет. Ну, а почему нет? Ух ты, смотрите, черные веточки и белые веточки. Прям можно что-нибудь такое придумать с этими слайдерами. Класс! Наверное, этот ролик даже стоит распилить штучки на две, чтобы начало про неудачные тени Комоду были отдельным роликом, и вы их это посмотрели, убедились, что Комоду брать не надо, а потом был бы вот этот приятный ролик, где сидим и релаксируем, пялимся на слайдеры. Смотрите, какие замечательные листья монстера. У меня в комнате как раз тут неподалеку одна такая красавица растет. И вот действительно, почему бы ее волшебные тропические листики и на ногти не перенести? Кстати, а почему нет? Почему бы не сочетать черно-белые ракушки и цветные листики, допустим? Давайте посмотрим еще, что здесь есть. Ой, божьи коровки такие графичные-графичные. Точечки такие прикольные. Ух ты! Перышки, кто не любит перышки? Ха-ха, это какое-то вот... Я не знаю, почему ЛГБТ-сообщество приватизировало радугу? Значит, оказалось, радуга вот это что-то связанное с цветиком, семицветиком, с детством, со сказками, с исполнением желания. Почему теперь это символ определенной группы людей? Тут такие букетики уже... Ближе к стилю Прованс в чем-то. А эти, похоже, вот так вот подложи, и разницы никто не заметит, из какого это набора. Какая летняя цветная красота. Тут поменьше листики монстера. Зелень какая, прям вот на пальце любого размера.
Тоже веточки черные, веточки белые. И еще для тех, кто так и не освоил стемпинг. Так, надо приниматься за маникюр с новой порцией вдохновения. Я поняла. Надо перебрать всю свою коллекцию. Старые слайдеры, может быть, действительно с оказией ей передать. Я имею в виду подругу маникюршу. Пусть пустят в дело человек. Что они у меня просто лежат, занимают место. Так, тут смотрите, прям какая обойма. Давайте я прервусь и отдельно откроем эту штуку и ее посмотрим. Давайте так. До встречи, скорой-скорой. Так, я чуть-чуть прибралась в кадре. Посмотрим, может быть, смонтирую две части, потому что режу, перерезаю видео. Для меня тоже немного сюрприз бывает, что ко мне приходит с AliExpress. И давайте полистаем эту большую-большую обойму слайдеров. Надеюсь, вы такие же любители домашнего маникюра, такие же не любители, чтобы вас трогали руками неизвестные тетки, и любите слайдеры. Кыси, кыси, кыси. Так, это любителям желтого. Это очень похоже на то, что мы смотрели в прошлом пакетике для тех, кто не научился делать стемпинг. Я, кстати, вот с таких мотивов очень часто выбираю что-то одно. Ну, допустим, красные губы можно вырезать. И на какой-нибудь, допустим, все ногти красные, один светленький. И такой акцентный поцелуйчик приляпать, почему нет. Такую физиономию тут можно на большой палец очень эффектно сделать. Ну, тут цветочки опять. Опять кыси. Это для любителей кысик. Эй, Микки Маусы, я знаю, кому я это отдам. Это моей маленькой племяхе. Ну как, она уже не маленькая, 10 лет девушке. Но Микки Маусы ей, по-моему, еще актуальны. Так, это я прям сразу отложу, чтобы не забыть в сторону. Я прям как-то на Микки Маусов тут не рассчитывала. Ну, не хочу Микки Маусов. Ты кто, Ириса? Похоже на Ириса. Нет, не совсем Ириса, но очень похоже. Опять тем, кто не научился. Ой, красота какая серебристая. Смотрите, я уже даже придумала, куда и как это можно. Вот люблю такие абстракции с края ногтя пускать. Класс, у меня такого еще нет, ничего. Бабочки, куда ж мы без бабочек? Вы не поверите, но, по-моему, это страус. А это олень. То есть это на Новый год, а это на лето, на вечеринку. Как вот с этими мотивами связана вот эта сиреневая веточка, я понять не могу. Если вы поняли, пишите в комментариях. Тикарисятя какая. Где же столько ногтей-то найти? Похожие мотивы у меня есть. А это прям грамотно, просто поле шкуры. Hello Kitty. Тоже пойдете ребенку на маникюра? Как красиво, геометрия с цветами. Конечно, похоже немножко на могильные крестики, но смотря как обыграть, может и исчезнуть эта ассоциация. Так, что-то похожее мы уже видели. Прям эротика. Так, черные снежинки к Новому году вполне возможно тоже кому-то пригодятся, но у меня еще золотые остались с того года. Помню, похожий мотив когда-то был. Так, тетта вкусненькая, капкейковая, клубничковая. Cute Girl Sweet Life.
Прикольненько. Тоже ребенку пойдет. Похоже, мы это видели. Опять Микки Мауса. Да что ж ты будешь делать? Как они сюда ко мне прорвались? А, знаете, есть такой классный канал Stunning Fox. А, там очаровательная девушка Слава, кажется, с Украины, тоже вещает про косметику. Причем она это делает в очень хорошем качестве, всегда бодрая, веселая. Ориентируйтесь, Stunning Fox, и эмблемка канала у нее очень похожа на эту лисоньку. Так что рекомендую, заходите к ней. Глазики всякие разные. От мультяшных до прям страшных-страшных. Угу. Вряд ли мне захочется пасхального кролика или олененка цеплять на ногти, но пусть пока у меня полежат. Ха-ха, а это тадам я откладывала из прошлой коллекции. Ну, их всего два, они такие классные. Это не тот повтор, которым я буду делиться. А вот божьи коровки, почему бы ими сразу с ребенком не поделиться? У меня будут три кучки. Одна большая куча, все мое, все мне. Кучка поменьше, чтобы не ломать голову, что дарить подруге, мастеру маникюра. И небольшая кучечка ребенку, племяшке 10 лет, скоро 11, чтобы ей тоже было чем оклеить ногти. Так, ну, наверное, надо таких солнечных бабочек ребенку подкинуть. Итогом, прям вот я сразу отложила ребенку, я думаю, она без черно-белых ракушек не расстроится. Микки Маусиков, божьих коровочек. Ай, не падать. Надо каких-то ярких цветочков выбрать. Давайте выберем, вот прям на нас смотрят цветочки в пару к бабочкам. И чуть-чуть другой цветовой гаммы надо взять цветочков. Кстати, похожих у меня навалом, благодаря этой закупке слайдеров, отложу сразу вот это. И подарок, мелкий презент племяхе готов. Так. Найду во что положить. Вам спасибо, что полистали слайдеры со мной. Надеюсь, вам это понравилось так же, как и мне. Вы так же, как и я, любите яркие, необычные маникюры и просто собирать и пялиться на яркие, прикольные картинки. Всем отличного времени суток, бодрого настроения, крепкого здоровья, теплого лета и море-море счастья. Пока-пока.